Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Chevrolet Bolt. Ремонт задней части. Владелец мне привез только крышку багажника и задний бампер. И вот эту заднюю часть. Ужас. Разбираю. Хочу представить и посоветовать молодой канал моего знакомого. Там есть что посмотреть интересного. Переходите по ссылке и подписывайтесь. Ссылка в описании. Устанавливаю машину на стапель и первым делом вытягиваю поврежденные части. Итак, работа с вытяжкой пока закончена. Теперь я удаляю поврежденные части заднего крыла, выравниваю их и затем свариваю обратно. Поврежденный металл удален. Выравниваю металл, оставшийся на машине. Начну с крыши.
Теперь равняю заднее крыло. На данный момент с крылом я закончил, позже закончу его с поттером. Теперь я выравниваю удаленные части и привариваю их обратно. Это единственный кусок, который взял с донорской части. We'll be right back.
Сварочные работы закончены. Теперь время закончить крыло. Буду использовать споттер. Край крыла заливаю оловом. Работа с металлом закончена. Примеряю задние фонари. Отлично. Чистый металл замазываю грунтом. Отдаю машину на покраску. Через 2 недели машина вернулась ко мне. Собираю ее. Итак, ремонт этой машины закончен. На этот ремонт ушло моя работа 60 часов и 2 недели покраска.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!